Всем привет, с вами SivPro, и сегодня покажу мод в актуализации 4.7.2 для Майнкрафта Pocket Edition. Что ж, этот мод нам перенесли на новую версию. Как видите, в руках сейчас у меня гаечный ключ, с помощью которого мы должны активировать какие-то блоки. Но, к сожалению, в этой версии нам почему-то убрали все блоки. Ну, это потому что, или можно сказать, это объяснять тем, что это только бета-версия переноса мода на новую версию Майнкрафта. И когда мы тапнем этим ключом по блоку, нам показывается, для чего нам нужен этот блок. Вот так выглядит дерево внутри. Да, оно желтое. Из него делаются специальные оружия, специальные вещи. Вот. Но это у нас... понимаете, для чего это нужно. Это типа ошейника, поводок, с помощью которого мы можем тянуть за собой животного. Это у нас супер меч, с помощью которого мы можем убить с одного удара коровы или кого-то еще. Но это не меч, а сабля. Это у нас руды, которые совмещены сразу в одно место. Это у нас пушка шахтера. Вы понимаете, как она работает? Она нам делает шахты. Это специальный лазер, который как бы нам делает бетон. Да, генерирует бетон. Закладывает бетон, можно сказать. Вот. Но она также тратится. Как видите, она у меня сейчас уже почти потратилась. Ну, вот, по идее, здесь есть некоторые вещи, которые можно использовать в обычной игре. Здесь есть нефть. Телепортироваться, но для него нам нужен специальный блок, которого сейчас, к сожалению, нет. Но как только выйдет новое обновление мода, я вам сразу скажу, ну, в новом обзоре покажу. Это у нас такой красный алмаз, да? И он у нас завершит наш обзор. Ну что ж, на этом все. Ставьте лайки и подписывайтесь на канал.